Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала, с вами Юлия, и я с распаковкой. Мне пришла посылка от чудесного сообщества ВКонтакте, называется оно «Алис Ткани». Это американский хлопок, нитки, аксессуары для пейчворка и так далее. Но, конечно же, самое главное – это ткани. Я решила, думаю, мне надо к Пасхе сделать какие-нибудь нарядные салфетки сервировочные, или по-другому их еще ланчматы называют. И поэтому я, значит, и обратилась вот в это вот сообщество, потому что там такой выбор тканей чудесный, там такие расцветки изумительные. И все-таки вот американский хлопок для пейчворка – это просто сказка, потому что шить – это одно удовольствие. Но давайте будем смотреть, что мне пришло. Вот такая вот коробочка. Заклеена она скотчем специальным. Так, сейчас попробуем отклеить его. Вот тут видите, как бы сайт, официальный сайт. Там, где продаются эти ткани. Открываем коробочку. И посмотрите, какая здесь красота. Такая вот рекламная визитка. Так. Ниточки. Смотрите, какие красивые ниточки. На каких катушечках. Чудесные. Вот такими нитками я еще не пробовала шить. Очень интересно будет пошить. Так, здесь 100 метров. 100% полиэстер идет. Это германские нитки. Made in Germania. Очень интересно будет попробовать ими поработать. Далее, вот такое вот хлопковое кружево. Ширина у кружева 12 миллиметров. Ой, посмотрите, какое нежное кружево. И, кстати, оно очень тоненькое. Я думаю, что оно будет прекрасно лежать на ткани. Цвет такой спокойный, приятный. Так, и ткани. Мои любимые тканюшечки. Посмотрите, какая расцветка. Яркие, сочные, чудесная гамма. Конечно же, вот этот вот меленький-меленький рисуночек. Чем вот отличается американский хлопок? Тем, что у них ткань очень плотная. Но в то же время это не сатиновое переплетение, когда вот иголочка, как говорится, ну, плохо протыкает ткань, потому что сатиновое плетение, оно уже там идет двойное, а здесь идет обычное плетение, но очень плотное. И очень качественная ткань, то есть ее, когда шьешь, она практически не осыпается, не линяет, не дает усадки. Вот я сколько работала с американским хлопком, это, конечно, ну, сказка. Есть как бы довольно-таки такие недовольные, что вот, что вы восхваляете это все американское. Но, а почему нет? Почему нет? Я же не восхваляю американского президента. Я восхваляю качество ткани, которое мне приходит. Я восхваляю качество работ, качество, значит, блоков, которые шьются из этой ткани. Если бы наши ивановцы делали бы вот такую вот ткань, я бы их восхваляла. То есть, как бы тут вот даже сомнений нет никаких. Я ратую за то, чтобы у нас тоже были вот такие вот великолепные, чудесные ткани. Но пока их нет. А раз их нет, значит, мы будем пользоваться другими тканями, вот такими. Вот вы знаете, там я посмотрела, там в магазине настолько вообще шикарный выбор, то есть там такие расцветки изумительные, можно составить удивительные по красоте узоры, и рисуночек меленький-меленький, вот именно такой, какой нужен для работы. Так, но это еще не все. Это что у нас? А, это каталог на ниточки. То есть вот тут вот разные расцветочки можно заказать по тканям, которые вам должны будут, например, прислать. Да? И вот самое главное, смотрите. Здесь, когда я делала заказ, то раз пасхальная, я решила, думаю, я увидела на сайте вот такие вот
аппликации есть. Гусята, поварята. И причем эти аппликации идут с клеевым слоем. Что самое интересное, что они уже готовы. То есть вот мы их сейчас откроем, я вам покажу. Вот. Утятки полностью готовы. Их можно, значит, сделать из них аппликацию и украсить любыми вот такими вот деталями. То есть там лапки, тут вот клювик еще должен быть. Вот они, эти клювики. Вот, для того, чтобы вот так вот на ткани разместить, прогладить утюгом, и у вас получится чудесная, красивая аппликация. Вот такие вот утятки получаются в результате. И из них уже собирается рисунок. И я хочу вот эти вот свои ланчматы, значит, лоскутные вот эти сервировочные салфетки, украсить вот такими вот гусятами-поварятами. Ну, я надеюсь, что это будет у меня следующий мастер-класс, который вы обязательно посмотрите. А на сегодня все. Я вам сейчас в описании к этому видео оставлю ссылочку на это сообщество, а также в закрепленном комментарии вы тоже увидите ссылку, где можно посмотреть, насладиться красотой вот таких вот красивых тканей. Ну и, конечно же, подписаться на это сообщество и заказать для себя хотя бы пробный вариант. Если вы ни разу не пробовали шить из американского хлопка, попробуйте. Я очень и очень вам рекомендую, потому что работы получаются, ну не сравнить с нашей вязью, абсолютно не сравнить. То есть вы получите максимальное удовольствие работы с этими тканями. Ну что ж, на сегодня все. С вами была Юлия. Если вам видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вас и дальше будет ждать много интересного. Всего вам доброго и до скорых встреч!